У нас в студии заместитель начальника управления пенсионного фонда по Ленинскому району Московской области Юлия Филатова. Сегодня мы обсудим повышение пенсий сельских пенсионеров. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Итак, кто же имеет право на надбавку к пенсии? С 1 января 2019 года вступила в силу норма закона, которая дает право на установление 25% надбавки к фиксированной выплате страховой части пенсии лицам, проработавшим не менее 30 лет в отраслях сельского хозяйства. Какие условия нужно соблюсти для того, чтобы получить эту надбавку? Первое, отработать не менее 30 лет в отраслях сельского хозяйства. Второе, быть неработающим пенсионером, получателем страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности. И третье условие – проживать на территории сельской местности. А требуется ли куда-то обращаться за перерасчетом пенсии? Большая часть таких граждан перерасчет был произведен в автоматическом режиме. В случае, если гражданин не получил данную надбавку, он может обратиться с определенными документами в управление пенсионного фонда. Если обращение последует до конца текущего года, то бишь до 31 декабря 2019 года, перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года. Если обращение последует в более поздний период, перерасчет будет осуществлен с 1 числа следующего месяца, следующего за обращением. Хорошо, а какова же сумма надбавки? Значит, фиксированная выплата у нас составила 5334 рубля 19 копеек, соответственно, 25% повышения, это составит 1333 рубля 55 копеек. Ну что ж, хорошие новости для пенсионеров. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника управления пенсионного фонда по Ленинскому району Московской области Юлией Филатовой.